Здарова, дамы и господа. Последнее время вижу, что в ТикТоке люди опять начали продвигать тему с хайп-чатами. Что же это такое? Подписывайтесь и рассказываю. Хайп-чаты, чаты активности, лайк-чаты – это все одно и то же. В конфе собираются люди, которые хотят цифры, счетчики, которые хотят обмениваться друг с другом этим всем. Там они ссорятся, потому что всегда есть халявщики, которые не хотят лайкать посты, они там печалятся, потому что попадают под лимиты инстаграма или тиктока. Обычно это все работает так, что они публикуют посты под общим хэштегом, публикуют это все дело по часам, пишут друг другу часто дурные типа осмысленные комментарии, например, под фоткой яблока пишут, ой, какое красивое яблоко, и это часто выглядит очень неестественно. И таким вот образом они все себе нагоняют активность. Конечно, это все запрещено в соцсетях. Но если делать это качественно, то конечно же это немного доподнимает ваш актив, потому что вы банально обманываете алгоритмы. На вас подписывается человек, который сразу бежит смотреть все ваши посты, регулярно их комментирует. Алгоритмы это видят и как бы толкают вас дальше. Но есть огромное но. Найти качественный чат с большим количеством людей почти невозможно. Я вступал в один такой, там был вход около 30 долларов админ бот, но он все равно оказался неэффективным, ну вот лично для меня некоторым людям нравилось. Возможно, я как-то сделаю ролик и назову имя блогера, создателя этого чата, но пока что я решил это все не афишировать. Но если взять маленький чат, например, на 5-10 людей, то особого смысла это вам не даст. Еще из минусов будет то, что вы будете как на игле. Вот после выхода из чата активность сразу упадет, и вы заходите опять и опять. А время будет идти, и вы так и не создадите нормальный себе профиль. Дальше, находясь в этих чатах, вы не будете видеть реальные картины. Грубо говоря, вы будете бросить плохой контент, а вам его залайкают и напишут как круто. И вместо того, чтобы делать правильные выводы, вы будете дальше продолжать делать плохо. Хорошо, конечно, если вы будете отсеивать для себя эти искусственные реакции и трезво анализировать все, что происходит, но такое бывает редко. Но ну, а в том случае, когда вы будете уделять время своему контенту, а не хайп-чатам, вы будете видеть реальную, настоящую картину и будете радоваться прямо как ребенок. Когда вы наконец-то нащупаете свой стиль, увидите реальные, живые, положительные комментарии. Короче говоря, подходите к всему трезво, либо лучше вообще не подходите. Сейчас не время, чтобы мериться количеством подписчиков. Сейчас время, чтобы мериться актуальностью и количеству охватов. Но если вас интересуют темы маркетинга, социальных сетей, хайпов, трендов, то подписывайтесь. И обязательно пишите свое мнение насчет хайп-чатов. Возможно, у вас есть какой-то положительный либо негативный опыт. И еще я хотел бы попробовать с вами вот такую штуку. Те, кто досмотрел до этого места, то напишите слово хайп в комменты. Как говорится, посмотрим, сколько нас.